атаку. Блестяще сыграл. Теперь на... И пробил. Великолепный гол. Нет, нет борьбы на поле. Настроился на жесткую, такую упертую игру, но то, что мы сейчас видим, делают, что хотят. Еще бы, они свободно чувствуют себя у ворот соперника. Полное преимущество по ударам и, думаю, по владению мячом. Месси тащит мяч вперед. Сокращая разрыв. Какой сейв, вратарь творит чудеса. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Может что-то получиться. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Надо забивать! Гол от Атанги! Ну что, диктору по стадиону можно объявлять: гол забила штанга. Или гол забил штанга. Вау! Вечерний черданцев просто в великолепной форме, Георгий. Твой искрометный юмор меня когда-нибудь убьет. Посмотрим за этой атакой. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо пройти по оборону. Табличка в руках, четвертого. Судьи 3 минуты добавлены. Кевин Дебрейн. Лукаку! Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Серхио Агуэ. 2-1. Команды готовы, тренерские установки получены, можно начинать. Какой пас проходит? Атака остановлена, но кто получит мяч? Эвер Банега. Он накручивает соперников одного за другим. Ди Мария. И это просто шедевр. Они не сдаются, продолжают идти вперед и сравнивают счет. И все-таки им удалось сравнять счет. Пока неплохо. Не знаю, насколько оправданным был этот гол, потому что позиция убойная. Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Мяч у защитника, он... Можно выходить вперед, бей! Лионель Месси ведет своих партнеров в атаку. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Дрис Мертенс. Ди Мария. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Йоу. С атаки пришел. Последний пас был явно не самым лучшим. Йох, Тейра. Может получиться. Сустана, сустана, би. Очередная потеря. Месси. Во время ближайшей остановки игры произойдет замена. Хозяева сейчас будут проводить замену. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит. Вот хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры.
Миралес. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Защитник хорошо. Лукаку! Могла команда сейчас выйти вперед, но на табло по-прежнему ничего. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. А сейчас гол Игуаина. Да, как же круто здесь сыграл Гонсало Игуаин. Браво. Счет 3-2. Смотрим дальше. Защита справляется. Игуаин. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Посмотрим за этой атакой. Мяч у соперника. Бенфтеки. Лукаку. Великолепная игра в пас. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Мяч летит в штрафную площадь. Месси. Это может быть опасно. Месси с мячом. Рядом есть партнеры. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Хавьер Маскеран. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Тоби Алдервейрельд. Кевин Де Брюйн. Пауло Дибала. Это может быть опасно. Кевин Де Брюйн. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Анхель Корреа. Не точно, да. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Аксель Вицель. Анхель Корреа. Маскеран. Анхель Корреа. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Вышедший на замену игрок забивает. К этому моменту уже забито 6 голов, 4-2 на табло, и все еще может измениться. Лионель Месси. Месси. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Бентек. Анхель Корреа. Друзья, вы поворотом забить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. И это удар! Такое впечатление, целил в угловой флаг. Аксель Вицель. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Игуаин! Игуаин забивает! Гонсало, Гонсало, Гонсало! Классно сыграл аргентинец. Наверное, есть претензии у голкипера к защите, но разве что для очистки собственной совести. Ужасная, просто чудовищная игра вратаря сегодня, и оборона тут, собственно, не при чем. 5-2 на табло. Будут еще голы. Посмотрим. Гонсало Игуаин. Аксель Вицель. Эден Азар. Отлично сыграно, надо решать. И в разрез, шикарно. Гонсало Игуаин. Выбили у него мяч, кому он достанется? На пару решили разыграть эту комбинацию. Он накручивает соперника. Ромелу Лука.